Итак, в ЖК настоящее. Я сделал вот такую модель, чтобы наглядно продемонстрировать, как, еще раз показать, как делается штукатурка откоса в случае применения пеноплекса. Значит, первым делом мы крепим на клей-пену лист пеноплекса. Далее пеноплекс мы обдираем, чтобы он стал не гладкий, чтобы штукатурка на нем лучше держалась. Мы его загрунтуем. Дальше мы наклеим фасадную сетку, которая будет заводиться у нас на стену. Все это дело мы зафиксируем, сюда тоже попадет смесь. Далее мы ставим пластиковый штукатурный уголок с маяком. Что такое маяк? Вот он. Далее мы ставим уже обычные металлические маяки. Все это делается при использовании лазерного нивелира. И получим вот такую заготовку. И вот на эту заготовку уже мы будем наносить штукатурную смесь. На выходе получится тот откос, который вы уже видите на наших финальных видео, красивый и ровный.